Великая река Орша разлилась немножечко на 20 метров пошире стала. Колодец. Ну да. Вот, что вам еще рассказать, господа и дамы? Скажи, типа. В колодец плевать нельзя. Не, в колодец плевать нельзя, по-любому. О, смотри, фейерверки. Кто-то запускал. О, большой босс нас встречает. В общем, мы тут скромной компанией вело-пеше-туристов идем, наслаждаясь солнечным днем и хорошей погодой, и природой, и вообще настроением позитивным. Вот, примерно так. Кстати, можно вот по этой спуститься в фигне. Канавка. Я думал, это лезь, а это... Да-да-да, смотри, может туда спуститься, попробовать. А это деревянный. Ой, ой, как страшно. Нормальное, теплое. Блин, ну нормально так она, да, в два раза шире, чем стала. Сейчас вот на байдарках, прикольно. Кто? Голова. Все друг другу машут, короче, да, хвостами, ушами. Это Твио с нами сегодня. Вот он наш мостик, только воды не так много, как мы хотели. Но все равно сейчас мы будем переходить. Давай, да, тот берег, вот там сядем сейчас под елочкой. А где мы хавать-то будем? Вот, вот там под елочкой место пикниковое, там наш мангал стоит. Ну и сиди здесь. О! Ждем, ждем, смотри, бежит, бежит, бежит. Так, мы его не снимаем. И все, ничего нету, да? Ваня, нам надо на ту сторону перейти? Конечно. Слушай, везде, где у меня спальня, погнали! Само собой, столько выпить-то. Сашка нас фоткает. Что? Учиться. Зарплата приятная. Спаивать никого теперь. Ты посмотри на него. Приятно. Он в маршрутке все выжрал. Знаю. Вот. Короче. Все, вот теперь можно меня снимать сколько хочешь. Ну мы вырежем, если что. Здесь бревнышко меня поднимает. Охуеть, сейчас не помню. Кстати, аварийный. Ты что? Конечно, аварийный. Давай, погнал. Смотри. Дай девушке пройти сначала, чтобы будет прыгать на нас. Илья. Ладно, я подожду, я не буду. Все такие, это. Короче, видишь, Орша разлилась конкретно. Острова не видно. Сейчас мы на полянку и будем там устраивать пикник. Да, язык покажи, как обычно. О, Господи. Да. Вот там солнышко, там тепло сейчас под елочкой. Смотри, смотри, как бревна аж поднимается. Блин, да? Не страшно, Ваня. Да и реально можно попасть? Конечно, можно. Смотри, видишь, меня аж это... Прям... Я получаю определенное удовольствие. Илья, с тобой никто не пойдет. Слушайте, как круто тут прям. Как это, американские горки. Лех, ты обратно, что ли, идешь? Нет, мы можем через совать его фигануть. Но это выйдет. Ну да. Ты проехал или? Ой, я же давно. Конечно, я же тебе говорю, все друг друга знают. У-у-у, речка. Речка, наш любимый мостик. Да, я бегу. А, привет, да. У нас тут это фотосессион. Вот, но он раньше был более надежный, конечно. Сейчас он совсем фиговый. Давайте под елочкой расположимся и покушаем. Серега нам позирует тут. Ты смотри! Подальше,
Здравствуйте, Человек-паук! Ну да. Ну ладно. Да, он нормально, его хорошо. Вот. Мостик. Наш любимый мостик на Орше. Шишками нельзя! Фига вы там набрали оружие. Слушай, можно вещать, да? Меня по телевизору показывают. Не-не-не, вот так, короче. Типа, здравствуйте. Ну, вообще нормально. Сейчас мы посмотрим, как велик поедет по насту. Никит, давай прям по насту. На том берегу все уже растаяло. Там, может быть, на следующей неделе даже уже ландыши. Или подснежники. Что-нибудь прикольное будет расти. 2,25 резина. Мне кажется, сейчас можно везде. Все такие, как планетяне. Не, поменьше надо еще. Нет, тонет заднее колесо. Нужно разгон, короче. Разгон и очень маленькая передача. Во. Но стартануть тебе не получится, наверное. Можно, знаешь, вот по этому, по накату. А потом попробовать выехать. Во! Во, сейчас пойдет. Можно, мне кажется, на велике сейчас кататься здесь, да? Здесь сантиметров 15 сейчас, как минимум. В смысле? Так он не провалится. Вот, давай вот здесь расфигачим. Давай вот в этом месте, вот где лунка, бей. Сейчас узнаем толщину. О, видишь, он мягкий уже. Ага, хрен пробьешь еще, да? А вот здесь была лунка. Нифига не хочет. Короче, мы сейчас столпимся здесь все. О, вот здесь он проваливается, чувствуется. Ну, немножко вибрирует. Короче, по льду ходить опасно, и никому я не рекомендую это делать.